шестую неделю, ай-яй-яй, болею, температура до 40. Сама поднимается и падает, врачи никак не могут определить, не могут поставить диагноз, то грипп, то вирус, Эпштейна, абсцесс, ничего не подтвердилось. Антитела показали в крови, что вирус Эпштейна был когда-то. Чувствую себя очень плохо, очень сильно усталость, слабость, все время хочется лежать, все время болит голова и уши, горло болит больше снаружи, чем внутри. В общем, такое состояние тяжелое. Устала уже, не могу больше. Принимаю эмбрио. Спасибо за ответ. Антибиотик. Вам необходим антибиотик. Принимайте антибиотик, который называется аугментин. Принимайте его по 1000 миллиграмм. Одна таблетка утром, одна таблетка вечером. 10-дневным курсом. С пробиотиком любым. Далее, второе. Как можно больше питья. Молоко, мед и сливочное масло. Молоко, мед и сливочное масло. Как можно больше пейте. Можно делать ингаляции. Значит, на один стакан физраствора одна ампула гидрокортизона. Набирайте ингаляционную камеру и 1-5 минут делайте ингаляции. Вот так можно еще.